Здравствуйте, мои дорогие! Я вас приветствую на канале «Индия, которую вы не видели». Меня зовут Людмила, и я проживаю в Индии уже около 40 лет. Заходите ко мне в гости, буду очень вам признательна. Благодарю, если вы подпишетесь на мой канал, а также поставите лайки и напишите мне комментарии. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие девочки! И мальчики, если кто-то смотрит. Так, я тут уже неделю не заходила практически на кухню. Я болела. Во-первых, у меня тут, не знаю, эти видео уже выложила, не выложила. Проблема с зубами у меня была. Сломался у меня зуб. Вот тут у меня держались мои коронки. Вот. И еще тоже как бы сделали рентгены у меня там. Нужно было удалять несколько зубов, и мне поставили импланты. И вот я с этими имплантами очень плохо это я переносила. У меня была и температура, вот, и головные боли. Почему-то у меня, не знаю почему, у меня начали болеть вот суставы, руки, ноги, колени. Сейчас я тоже плохо разговариваю, у меня тут стоят временные. Вот мне поставили, видите, это у меня временное, поэтому немножко у меня дикция такая, видите, какая дикция у меня. Так, ну сегодня, я же говорю, я чувствую себя полегче, мой муж уже тут заколебался со мной, он готовил. Я говорю, у нас нет моей помощницы на кухне, которая у меня была, она с мужем в другом городе, ему, наверное, будут ампутировать ногу, не знаю, не могут спасти ногу пока, вот уже месяц ее нет. И поэтому мы тут сами как-то справляемся. Но я говорю, неделю эту я вообще. Вот. Плюс помимо этого у меня еще третий день был. Вот вчера три дня было. У меня было расстройство желудка. И поэтому я вообще вымоталась. И вообще практически лежала все время. Вот. Сегодня я более-менее. Слава богу, желудок у меня восстановился. Я начну. Я пила тут, я все время, я эти три дня на вот этих вот, вот, электрол. Вот эта штука очень хорошая. То есть, так как из меня, как говорится, вышла, выходила вода, вместе с ней вымывались и мои все витамины, минералы. Вот, помимо воды я пила еще вот это вот, разбавляла. Вот такие пакетики на стакан разбавляете. Вот, они довольно приятные. Там с лимончиком, как лимонад практически пьешь. Вот, и это. И вот, вот это меня спасало. Придавало какие-то немножко хоть силы мне. Вот, конечно, одна радость у меня, одна радость, когда я встала на весы сегодня. Я за эти три дня я потеряла 2 килограмма. Поэтому это для меня радость. Так, сегодня я плохо выгляжу. Не смотрите на меня после всех этих болезней. Мне сегодня даже лень была там накраситься. Даже приклеить ресницы было лень. Подвела вот стрелочки себе. Свисток накрасила. И вот теперь мой муж пошел по делам. По домашним делам там нужно было тоже опять там какие-то у него замок там что-то у него сломался, нужно ремонтировать вот на воротах, который у нас замок. Ну а я сегодня на кухне. Вот, так что, девочки, приглашаю вас на кухню. Приглашаю вас к себе на кухню. Больше я вам пока свою неземную красоту показывать не буду. Я сама на себя не могу смотреть. Это у меня помощница по дому, которая, хоть она приходит, слава богу. Ну, а готовить, конечно, нам приходится самим. Вот, поэтому я, так как я сказала, больше свою неземную красоту показывать не буду смотреть. Следите за руками. Буду показывать то, что я готовлю. Сегодня я буду готовить желтую чечевицу. У меня их много разных. Сейчас покажу вам. Вот, видите, вот есть вот такая чечевица. Это называется мук, масур дал.
Вот есть белая. Урад-дал. Вот есть микс. Видите, разные чечевицы тут миксованные. И вот есть аргар-дал. Еще есть чана, ну и многие другие. Ну вот мы как бы используем только вот эти 4. 5 чана у меня закончилось. Вот, вот такие мы используем. Вот на сегодняшний день я буду готовить мукдал. Он такой немножечко как клейкий такой, да? Чтобы этого не было, его немножечко на сухой сковороде нужно обжарить. Сейчас я это буду делать. Так, вот мой вок уже, вот мой вок уже нагрелся. Высыпаю тут вот, вот столько этой чечевицы. Маловатенько. Я, наверное, добавлю еще розового. Уже помешаю. Ничего страшного не будет. Эту чечевицу бенгальцы очень часто готовят с рыбьей головой. То есть вот когда они уже покупают рыбу целую, вам там почистят, порежут по кусочкам все. Вот. И вот голову они обычно обжаривают. И потом вот именно в эту чечевичную похлебку они ее обжаривают хорошенечко. Потом так немножечко прям, знаете, вот так вот прям ее как бы раздавливают. Ой, так у меня тут подгорает, пока я с вами тут ля-ля-ля. Так, ну все, достаточно вот сейчас, да? Вот. И потом в кукере это все вот в скороварке. Вот в скороварке. Вот в скороварке, да, они это все будут. Они это все варят вместе с этой рыбой. И довольно-таки вкусно получается. Вот. Ну, у меня нет рыбьей головы сегодня. Поэтому будем. Мы кладем сюда, ну, добавляем в этот дал ловки. Ловки это кабачок. Я его добавлю попозже, так как он разварится очень. Поэтому я немножечко, несколько сделаю свистков в этой скороварке. Потом я открою ее и добавлю этот кабачок. Сейчас мне нужно это помыть. Ну, вот немножечко еще этой чечевицы добавлю. Потому что надо и работницу мою накормить, то мы так ее день кормим, день не кормим. Потому что, я же говорю, у меня сил не было, а муж там готовил. Поэтому не всегда он успевал приготовить, пока она делает свою работу. Вот так, посмотрите, я уже помыла чечевицу. Можно еще водички добавить. Так, не добавляю сейчас ничего, ни соли, ничего не добавляю, ни зажарки. Когда это все отварится, вернее, наполовину сварится, я добавлю кабачок, опять закрою сковородку, опять она у меня будет вариться. Вот, и когда уже будет готов этот дал, его нужно будет вот такой вот штукой перетереть, чтобы такое было пюреобразное. Вот. И потом уже зажарка. Закрываем. Все. Вот у нас готовится. Сейчас я буду готовить ужин. На ужин овощи. На обед у нас будет вот этот чечевичный дал. Муж готовил вчера, он готовил ночью, он готовил рыбу. Вот эту дорогущую рыбу, которая у нас очень такая популярная у бенгальца, очень вкусная, но она очень дорогая. Вот, рыбу мы готовим обычно всегда на 2 дня. Или мясо, если что-то готовим, то мы на 2 дня готовим. Не так, что приготовили и поели. Овощи стараемся готовить как бы на один раз.
Утром, пока я спала, мой муж тоже приготовил еще одни овощи, потому что он, ну, не знал, что я сегодня все-таки смогу готовить сама. Поэтому у нас есть овощи, у нас будет вот этот дал на обед и рыба. Вот. А на ужин сейчас я приготовлю блюдо под названием пао-баджи. Вот посмотрите, чтобы приготовить вот это блюдо пао-баджи на ужин, вот столько мне нужно ингредиентов. Посмотрите. Вон. Возмущается моя скороварка. Видите, как она тут шипит. Вот вот эти овощи. Я их сейчас порежу, почищу. Почищу, порежу. Вот эти овощи у нас будут вариться в скороварке. Также горошек. А вот эти овощи будут вариться, и потом из них делаться пюре такое. Ну, немножечко кусочками пюре. Вот. А вот это будет такая зажарка. Лук, томаты и сладкий перец. И немножечко вот панир тоже. Я никогда не клала панир. Ну, вот он. Вот, посмотрите, ругается на меня. Но сейчас... Недавно, вот я говорю, я когда болела, муж заказал, мы домой, в кафе. Вот это пао-баджи, давно мы не делали. Вот, и я смотрю, они там маленькие-маленькие кусочки панира тоже туда положили. Было неплохо. Вот так я положу в холодильник пока. А, еще сюда специальное масала, пао-баджи масала. И это все едят с булочками. Сейчас я вам покажу, какие булочки. Вот такие булочки. Вот это называется пау, а это называется баджи. Вот эти булочки будут зажариваться на сливочном масле. И будет очень вкусно. Все, пошла я чистить, резать. Так, вот у меня уже открываю скороварку. Вот, видите? Сейчас я его сделаю зажарочку. Вот у меня есть вот такая волшебная палочка. И вот я ее вот так, таким образом. Пюрирую. Пюрирую дал. Чечевицу эту. Теперь я сюда добавляю кабачок. И опять, а можно добавить уже соль. И опять мы закрываем. Видите, какой он уже грязный. Моя скороварка. Все. Закрываем. Пусть готовится. А сюда. Для чего я поставила вот этот карай?
У меня ничего не выбрасывается. Когда я добавила сюда кабачок, кабачок мы чистим, потому что здесь в Индии у него вот эта кожица очень такая жесткая. Поэтому очистки я не вот этой, которая специальная, ну, я чистила не ножом, не вот этой вот штучкой, которая тоненько срезает кожуру, а я почистила ножом. Вот. И поэтому, чтобы было потолще немножечко. И потом вот так мелко нарубила соломочкой. И теперь добавила соль, добавила куркуму. И теперь это я буду обжаривать. Вот. Получается как жареная картошка. Теперь у меня будет много выход, поэтому я потом отвычку буду делать там. Так, силы меня оставляют. Что-то я погорячилась. Нужно выпить мне. Это пура каракул, дыхаран. Кучные прайканы. Вот далки сапсер хатена. Пью электролы. Еще туда намешала. Вот мне подруга привезла из Японии какой-то энергетический напиток там из каких-то водорослей. Вот, конечно, он такой неприятный на вкус. Но что поделаешь, мне нужны силы. Ну вот, отходы производства уже готовы. Шучу, конечно. Но это вкусно, как жареная картошка, но только полезнее, чем картошка. Все-таки это кабачок. Вот, это будет такое, как сайд-блюдо. То есть, когда чечевичным супом, похлебкой этой, поливают рис, обязательно им нужно какие-то такие хрустяшки. Вот, теперь я буду зажаривать вот этот чечевичный суп. Дал. Моя помощница хотела уже сбежать домой. Я говорю, и так я тебя не каждый день кормлю. Давай оставайся, подожди пока. Сейчас я уже заканчиваю. И покушаешь. Ну вот, сейчас я буду делать зажарку для чечевичного супа, для дала. Вот у меня стручковый красный перец, зира. Вот сначала бросаю в сковородку зиру, затем стручковый красный перец сухой и лавровый лист. Когда немножечко оно обжарится, добавить нужно будет куркуму, красный перец, зиру, порошок и имбирь. Вот у меня имбирь, я обычно почищу его, перемалываю в блендере и храню в холодильнике, чтобы каждый раз не натирать там этот корешок. Нужно буквально на маленьком огне и почти сразу же вот сейчас добавлять имбирь. Иначе сгорит порошок, же сразу сгорит на масле. Вот если взять Южную Индию, они очень много используют кислого. А бенгальцы добавляют почти во все блюда сахар или вот тростниковый сахар, гур.
То есть у них немножечко такая вот сладковатая еда. Ну, не сладкая, но вот такая она, вот немножечко такая вот, немножечко так они добавляют. Вы же видели, сколько я на весь этот суп я там добавила, ну, чайную ложку. Тем более, это тростниковый сахар, он не такой сладкий, как обыкновенный сахар. Вот, дал уже почти готов. Вот мне часто пишут, почему вы не купите посудомойку, посудомоечную машину. Ну вот понимаете, по тарелке там помыть это легко. А вот, вот такие воги, которые, посмотрите, вот видите, края там такие уже, ну, обгоревшие получаются. Вот это вот у меня помощница трет металлическими щетками. Ну какая посудомоечная машина помоет вот это? Плюс вот этот... Куркума, она везде, и поэтому ее, конечно, тоже, ее очень сложно, вот особенно вилки, если вот во всяких таких вот щелочках таких. Я когда приезжала домой, у меня мама говорила, ты уезжаешь, я потом 2 месяца не могу отмыть ни вилки, ничего после тебя, потому что вот это вот везде, вот этот куркума, она въедается прям туда. Сейчас сниму пробу, посмотрю, чего в супе не хватает. Все нормально, теперь только осталось добавить сюда зелень, кинзу. Ну вот представьте, я приготовила только дал. Это такое, ну вот получается рис, дал, потом вот это то, что я поджарила еще из кабачка, вот эти останки. Столько прошло времени, да? А вот, а представляете, а это же не основное блюдо. Основные блюда вот приготовил субрат, он приготовил овощи, он приготовил рыбу и что-то еще там приготовил, не помню, он там в холодильнике, я же говорю, я лежала, он приготовил вчера ночью. На сегодня, потому что ему нужно было уходить, а я же, он же знает, что я болею. Ну вот это вот только от меня суп получился. Сейчас вот помощница перебирает зелень, она уже у меня такая немножко подуставшая. Вот порежу и сверху вот на супчик добавлю, посыплю зеленью. Ну вот и все, дал готов. Это полезный протеиновый суп. Приятного вам аппетита! А как я буду готовить пао-баджи, то есть ужин, который я вам показывала, я вам покажу в следующем видео. Поэтому это видео получилось очень затянутое, чтобы вам не было скучно смотреть. Покажу отдельным видео. Спасибо, что пришли ко мне в гости. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.